Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить амнезию. Остановились мы на том, что убежали из страшного тюремного блока, где за нами ходила неведомая хрень. И начинаем постепенно разбираться с коллектором. Решили пазл там наверху. И пришли сюда. Это довольно-таки темное место, поэтому я решил пока прерваться. И сейчас мы возвращаемся и будем смотреть, что нам тут нужно в этой цистерне. Так, здесь я вижу воду. Соответственно, видимо, тут... Так, что тут? Вы собираете воду из источника? Да. Благодаря этому я могу частично контролировать поток воды в коллекторе. К тому же, этой водой можно пользоваться для разных целей. Например, пить? И это тоже. Но в основном она нужна для механизма. А, вроде водяной мельницы. Да, именно. Так, нам нужна вода. Для чего-то типа мельницы, что ли? О, тут рыбка плавает. Охренеть. Плавает, никаких проблем не знает. Так, нам, видимо, туда надо пропрыгать. Давайте быстрее, потому что я думаю, сейчас нас кто-нибудь сразу куснет. Давай, 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 давай. Да вроде никого. Неужели безопасные воды? Даже не верится. Чтоб что-то в этой игре не хотело меня убить. Это просто невероятно. Так, лепестки розы все так же плавают, как и в любых местах, где начинаются флешбеки. Как-то это все, видимо, связано. Так, и что нам тут делать? Попрыгаем маленько. Здесь у нас... А, вон там что-то есть. Хорошо, учтем. Оп. Опа. Так, а это уже, похоже, наш недавний дружок пришел, да? Или это просто рыба была? Так, очередной дневничок. Читаем его по нашей методе. 7 августа. Тысяча. Александр разбудил меня рано утром. Я с трудом в это верю. Но Александр... Все хорошо. И давайте покрутим. Че такое? Тихо, тихо, тихо. Почему резко стало темнее? Потухли все фонари. Не знаю. Я даже не особо хочу знать, честно говоря. Так, давайте выбираться отсюда. Кто охает? А? Погодите. Вода начала наполнять помещение. Это я включил, вода начала наполнять помещение, а там кто-то был внутри, что ли? Братюнь, ты как там? А, беда. Может, мне ему как-то помочь надо? Так, масло, трупница. Хотя наверняка там никого нет, это просто очередные глюки. Блин, ну это подло, конечно, подло. Так, ну что? Давайте-ка вернемся по мостику. Прыгнем сюда. Сюда и сюда. Блин. Он, похоже, там захлебнулся. А, нет, нет. Ну ладно. Так, быстренько нужно пробежать к той лестнице. Тут вообще есть кто-нибудь, нет? Ладно, не будем испытывать судьбу, потому что... На мой взгляд, все-таки что-то тут наверняка есть. Это такая игра, тут не может быть такого, чтобы никого не было. Вроде никого. Так, хорошо, куда-то мы двигаемся.
пока что довольно не напряжно все. Ага. Она держится на ржавой цепи в потолке. Так, и что делать? Нельзя использовать. А, подождите, есть идея. Так, вот мы возьмем камешек. Сейчас кинем в эту цепь, только попасть еще, конечно, надо. О! Да, но это было несложно. Довольно-таки логично. Так, и что тут у нас? Ой, ой-ой-ой. Какая-то заваленная дверь, которая, естественно, не поддается. И тут я вижу еще один вентиль. Сначала почитаем дневничок. 8 августа. Ты внезапно в синем сиянии. Хорошо. А, так, что у нас за ящичком? Нету там? Вот, я же говорил. Такие места надо проверять. Так, только... Давай, давай, вот так вот. И крутим. Блин, да опять. Это уже напоминает какую-то систему. Ой, 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 только не падай. Так, возвращаемся. Братюня все мучается там. Так, а нам, видимо, он туда нужно, к той лесенке. Потому что других путей я тут не вижу. Жаль. Ой, 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 ой. Вот тут точно кто-то был. Я его слышал. Так, а что мне? Скотина. Давай, давай, давай. Так, что этот вентиль делает? Ошпарила меня скотина. А, он выключает, да, их? Хорошо. Так, исполним масло. Так, и... Что у нас там? Последний вентиль, судя по всему. И надо уже убираться. Из этого... дерьмового места. Читаем очередной дневничок. 9 августа. Тысяч... Когда вчера Александр наполнил... Хорошо. А что у нас за этими ящиками? За этими ящиками, к сожалению, похоже, ничего. Ну да ладно, переживем. У нас так, в принципе, всего полно. Особенно трутниц. Трутниц вообще. Так, очередная, да? Тихо, тихо. Что-то совсем уж плохо стало. Потому что совсем истошные крики пошли из этой ванны, которая наполняется. Так, и... И чё? Мне надо сейчас прямиком туда бежать. Давай-давай. Давай-давай-давай, братик. Кенгуру, 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 давай-давай-давай. Вот он уже почти у меня был сзади. Съел скотина. Так, ну что, все, выбираемся отсюда. Нет воспоминаний. Да, это значит, что нам надо назад. Кенгуру спасает. Кенгуру хорош, прием. Так, и что нам в итоге остается делать? Сейчас посмотрим. Нам сейчас вниз надо спуститься, там, наверное, вода уже сошла. Ой-ой-ой, только не падай. Давайте посмотрим. Ой-ой, блин, да что ж такое? Так, что у меня? Раны сильно кровоточат. Кровоточат. Так, блин, что-то сегодня травмоопасный день какой-то.
то обожгусь, то упаду с высоты. Так, а я почему не могу, допустим, наполнить маслом свой фонарь? Не знаю. Да, воды нет. Там, конечно, еще наверх был ход, но давайте попробуем спуститься. Какой-то туман. Че такое? Ну вообще, блин. Мне, видимо, надо этот газ убрать как-то, что ли. Ладно, будем думать, как нам это опустить с толчка. Так, чем ее толкнуть можно? Будем решать проблемы, короче, по мере их поступления. А сначала у нас появилась проблема с этим. Может, камней мне накидать? Так. Не докину, естественно. Зато докину сюда. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Хорошо. Один камень есть. Сейчас камни накидаем, а она опустится. Я так думаю. Так, 4 где-то камней, я думаю, хватит. Нормально. Хотя наверняка это решается как-то проще. Но мы не ищем легких путей. Так что давайте сделаем уж так. Так, ну давай. Ага! Одного даже хватило. Так, свали отсюда. Не мешайся в проходе. Ну, в принципе, да, это было неплохо. Так, и что у нас здесь? Морг? Да вы чё, бля, издеваетесь, что ли? Морг. Что в этой игре может быть хуже, чем морг? Я даже не знаю, только какое-нибудь кладбище. Хотя нет, морг хуже. Блин, я иду в морг. Охренеть. Что же за непруха-то такая? О, темнота. Чё, блядь? Видишь, Даниэль? Она уступила. Кто? Тень. Правда? На какое-то время. Пойдем. Давай уберем это и немного отдохнем. Хорошо. А куда? Вниз по коридору. В морг. Там... Что, есть и другие трупы? Ты отлично справился, Даниэль. Нам пора. Пойдем. Вниз по коридору морг. Так, а там у нас что? Давайте осветим тут все, потому что, блин, у меня этих трутниц просто до хрена. А применить их на что я, в принципе, даже не знаю. Они мне особо не пригождаются пока. Так, вот так будет лучше, я думаю. Ох, тут какой раздрай. Так, еще есть тут? Давай еще тебя подожжем. А, куча скелетов. Куча скелетов. Что? Что случилось? Откуда все эти трупы? Где я? Что происходит? Помогите! Кто-нибудь, помогите! Охренеть, тут когтями кто-то скребся. Или ногтями скорее. Вот эти вот люди. Ну что такое, опять что ли? Нет. 3 дня. Это безумие. Почему сюда никто не приходит? Эй! Кто-нибудь! И что? Один тут? Помогите! Помогите!
Я так устал. Если я засну, то вряд ли уже проснусь от этого кошмара. Прошу, Отче на небесах, забери мою душу во сне. Да. Озвучка, кстати, в этой игре просто отличная. Как вы слышите, актеры не халтурят, играют как надо. Ага. Еще трудница. О, и фреза. Фреза мне пригодится. Кому-нибудь. Интересно, я могу ее использовать как оружие? Ну, допустим, так. Хьюток. Похоже, нет. Похоже, не могу. Почему я не могу использовать оружие в этой игре? Хотя в этом, конечно, весь прикол, но тем не менее. Хоть элементарно вот, фрезой или вот молоток лежит киянкой кому-нибудь в лобешник ударить, я думаю, результат был бы. Так, тут наверху у нас настойка опиума, который нам, в принципе, не помешает. Давайте сразу съедим, выпьем. И что это такое? Медная трубка. С чего она нам? Похоже на часть хирургического инструмента. Сейчас опять что-то собирать будем. Извините, я шмыгаю, я все еще простужен. Что-то у меня в самую жару, как обычно, все болячки лезут наружу. Может, она знает. Так, что это такое вообще? Ну, конечно, блин, как хорошо ходить по освещенным помещениям. Прям любо-дорого. Вообще просто идиллия. Так, это что там, труп? Обалдеть. Пила для костей. Я слышу твое дыхание. Ты меня слышишь? Не передумал? Что происходит вообще? Так, здесь у нас труп, у которого отрезано причинное место, похоже. Так, что нам? Тело все еще твердое от трупного окоченения. Ему не более суток. Охренеть. Я-то думал, это все заброшено. Но, как показывает практика, это отнюдь не так. Так, что... Блин, дьявольское место. О, все в крови. Кровь ведет туда. Пошли нахер. Пошли на... Так, дневник. Испытание вакцины. Я думаю, это мне пригодится. Благодаря вакцине мои люди могут работать в коллекторе, несмотря на ядовитые грибы. Ага. Это, несомненно, успех. К несчастью, лишь несколько слуг прошли вакцинацию, так как процедура оказалась весьма сложна. Остальные погибнут, и в итоге мне придется создать новых слуг, чтобы продолжать эксперименты. Создать? Это что, суккубы какие-то, что ли? Примечание. Инъекция крови вакциной защитит человека на достаточное время, чтобы пройти коллектор, не заразившись. Для транспортировки пленников этого достаточно. Блин, да что за уроды тут жили? Еще.